Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами рассмотрим новинку от компании Oriflame. Это туалетная вода Friends World for Hair Tropical Sorbet. Sorbet. Сначала. Sorbet. Sorbet. То есть аромат восточный, фруктовый, древесный. Здорово. Цветочный. Нет, цветочный, древесный. Короче, все намешано, очень вкусно. Заново, Миш! Дубль 33-й. Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим о новинке компании Oriflame. Это новая серия уходовая и туалетная вода. Мне прислали на обзор туалетную воду Friends World for Hair Tropical Sorbet. Sorbet, я пошла посмотрю, как называется правильно. Я уже забыла. Sorbet, Tropical Sorbet. Все, Миш! Все, ура! Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами поговорим о новинке от компании Oriflame. Эта новинка представлена в 8-м каталоге, туалетная вода Friends World for Hair Tropical Sorbet. То есть этот аромат, он у нас не одиночка, в этой коллекции у нас целая коллекция парфюмерный гель, лосьон и туалетная вода с одним ароматом. Сердце аромата — это плод экзотический гуава. Я так радуюсь, когда выходят ароматы с экзотическими фруктами, потому что я их очень люблю, и это прям моя тема. Аромат фруктовый, цветочный, восточный. Вот такая вот смесь. Помимо гуавы, здесь еще выделяется ландыш и кедр. И это делает аромат более таким мягким и, не знаю, таким приятным. Вот мое ощущение от аромата, если вот я вдыхаю аромат и закрываю глаза, я сейчас прям еще раз это сделаю, у меня все-таки... Вот он. Вот оно прям вот прохлада. Ощущение... зелени. Вот у меня много зелени. Я не могу сказать, что это прям скошенная трава. Нет, она все-таки немножко другая. Но это бодрая зелень. Может быть, она после дождя. То есть она такая вот живая, динамичная. Вот именно вот такие чувства вызывает аромат. Я думаю, что на лето именно такое и нужно. Когда жарко, нужно легкости, нужно вот именно зелени. Если вас будут спрашивать, или у вас есть такой запрос, что мне нужен аромат зеленый какой-нибудь, знаете, раньше был зеленый чай, модный аромат, то предлагайте его. По поводу стойкости, он держится примерно около 4 часов на моей коже. Я уже пробовала этот аромат, засекала, думаю, сколько он продержится. Вначале это сразу много аромата, чувствуется яркий, он такой становится мягче, 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 и при этом все равно он остается вкусным. Поэтому я рекомендую попробовать эту серию на лето. Наконец-то пришла жара, и можно себя побаловать новым ароматом. При том, что у него такая лояльная цена, открывайте быстрее каталог и заказывайте. И я также жду ваших отзывов. Пишите, понравился вам аромат, пробовали вы его уже? Или только собираетесь. А я с вами надолго не прощаюсь, потому что видео выходит у нас достаточно часто. А чтобы быть в курсе, когда вышел ролик, нажмите на колокольчик под видео, и вам будут приходить оповещения о том, что вышел новый ролик. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!